Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе. Играем в Lineage 2 Mobile. Находимся в Lineage 2 Mobile, получая 10% от контента всего. Стоим на спотике, долбим мобиков. Вот, продал две вещи, выкрутил с алхимии. У меня было 1100 алмазов, нет, чтобы купить наказание. Решил поэкспериментировать. Очень веселая игра. Ну нафиг эти эксперименты, буду крутить по своей старой схеме, как я кручу. Спонсор дядюшки Розе, тебя знают. Смотрели видосы про законы вероятности и серии круток. Я там рассказывал, оно все работает. А поговорим мы про Зарыча, который нас ждет, подземелье на следующей неделе, воскресенье. Будет подземелье очень интересное, где мы можем поиметь награды, которые бустанут нашего персонажа. Я не уверен, что мой перс там что-то сможет сделать. Там боссы будут, я так понял. Ответный удар Зарыча. Воскресенье, 22.00, 13 октября. Что это за подземелье? Оно будет находиться в меню. Как войти? Меню, подземелье, простые подземелья, кузня демона. 65 уровень и выше, безопасная зона. Свойства подземелья. Награды за убийство боссов. Там будут какие-то боссы. Но это точно не соло подземелья. Финальный босс. Это видно, там уровни будут идти. Эссенция Зарыча. Выпадает с шансом 100% при уничтожении пылающего адским пламенем Селиходена. При получении у 1000 персонажей в радиусе 100 метров появляется свиток поручения ответного удара Зарыча. Мы видим, что уже вы там не один будете. Товары у торговца. Время исчезновения. Будет появляться в кузне Аден Оренхейн. Исчезнет торговец 14 октября. В подземелье в час ночи. В городах Аден Оренхейн 12 ночи. Особые награды. Пламя Зарыч, это баф, который будет даваться. Также карта истинного легендарного класса. Можем получить вот такие вот интересные награды, как кристаллы, кристаллы души, артефакты, ордена, разные зелья, чистый эликсир. Ну, квест на виталку. Также будет вот такой билет Зарыча. Это что за билет? Будет выбиваться или вы будете покупать у торговца? Непонятно. Мы будем точить его. И чем лучше заточка, можно, если на плюс 9 заточить этот билет, сундук Зарыча с мифическим агатионом или классом на выбор. На 0 мы видим 100 штук, пластина святая вода, очень неплохо. Апнуть можно уровень сразу, там 69 на 70. На плюс 1 50к зелий, ну это очень круто. Хотелось бы на плюс 6 заточить и поиметь класс. Или агатион, или класс, но я бы взял класс, естественно. На плюс 6, но шанс заточки... Не знаю, какой будет. На плюс 2 сундук с красным, даже с красным классом. На плюс 2, если там хоть шанс будет какой-то 50%, 75-50, но мы все увидим. Хотя бы класс займеть. Ну, тот, который мне нужно, я мог нормально фармить. Но я, наверное, возьму класс, который бафает, чтобы профитнее было. Плановые мероприятия и все так дальше. Больше подробной информации мы узнаем 10 октября. Мероприятие будет проходить с 13 октября, 1 час. Воскресенье с 10 до 11.10. Вот тот билет будет с ежедневника, или мы там будем его покупать, или выбивать с монстров каких-то, итемы у торговца брать. Пиши свой комментарий, как у тебя дела вообще, как твое настроение. Общайся с дядей. Не забывай про дядю, ставь лайк. Только хейтеры проходят мимо и ставят дизлайки, и вообще ничего не реагируют на видео.